Привет. Здорово. Чем сегодня займемся? А тут не знаешь. Че, как всегда? Да, давай стрельнем кого-нибудь. Ну, зачем? Ты понимаешь. Ты вовре неплохая, жопа вроде ничего. Пойдем. Да. Давай, давай. Пошли быстрее. Девушка, можешь с нами находиться? Я думаю, что нет. Почему? Почему, блядь, одна? А мы вам такую компанию классную составить можем. Да, нас двое. Зачем вы снимаете? Да, ну, это просто съемка для себя. Мы только в Москву приехали, хочется показать что-то красивое. Тут такие девушки тем более ходят. Я не вижу в этом смысла и вообще еду к своему парню. Поэтому... Какому парню? Стой, стой, стой. Пошли с нами. Ребята, я сказала нет. Натан, ну что за фигня? Эй, вообще есть 18? Думаю, есть. Давай, давай. Без разницы. Стой, 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 стой. Куда ты пошла? Я же сказала, что еду к своему парню. Что тебе нужно? Да ладно, что ты ломаешься, как телка? Я сказала нет. Хуйня какая-то, Москва неприветливая. Давай ты попробуешь. Думаешь? Да, давай попробуем. Окей, давай попробуем. Ну чё? Ну чё, братан, давай экзотику попробуем. Экзотику? Да, вон армяночка идёт. Думаешь? Давай, не, пойдём, пойдём. Чувак, побежать. Да по-любому он. Девушка, а можешь с нами познакомиться? Нет. Ну, просто такая одинокая красивая девушка. Почему нет? Посмотри, улыбнись в камеру. А ну, можно? Не, руки убери, блядь. Ну, прогуляюсь, нас как бы двое, можно посидеть в кафе, если отлично. Да, потом к нам поедем. Пацаны, хорош как, да. Да ладно. Да хватит ломаться, серьезно, что ты себе как это ведешь? Зай, серьезно. О-о, братан, что делать? Поебались, да? Стой, стой, давай, парень, с тобой все нормально? Да, дебра побаливает, да. Ладно, давай, короче, это победный раз. Да, давай. Ух, и девчонка, давай подойдем. Привет, ты одна? Привет, да, что? Ну, просто мы тут с другом гуляли, мы только что в Москву приехали, и, ну, вообще не знаем, куда можно пойти, с кем погулять, и... А я тут при чем? Ну, может, ты поможешь нам, прогуляемся, посидим где-нибудь, покажешь Москву. Ну, я даже не знаю. Да пойдем, весело будет. Ну, только если просто погулять. Да, только погуляю. Окей, пойдем. А зачем камера? Ну, знаешь, мы все-таки впервые в Москве, хочется поснимать что-нибудь интересное. Интересное? Ну да, места какие-нибудь, памятники, людей. А-а-а. Кстати, там есть классное место. Вообще лес какой-то, чудо. Да пойдем, будет весело. Ну, я надеюсь. Что здесь может быть интересного? Это же обычный парк. Сейчас покажу. Ой, это мы с тобой удачно, да. Братан, попали. Сейчас, подождите, люди пройдут. Че? Да тут нет никого, ты че, смеешься, что ли? Привет. Чего вы стоите? Я же обещала, что будет интересно. Что это такое? Заткнись! Как же я ненавижу таких мерзких уёбков. Сука! Закрой свой рот! Камеру только не разбей, пожалуйста, на твой грязь. Вы ёбаные тупые животные, которые просто используют женщин. Это же охуенно. Нет. Я покажу тебе, как охуенно. Нет. Сегодня до вас дойдет, каково это. Жить несколько лет с мыслями о суициде и чувствовать себя ёбаным куском говна. Я и так знаю. Пожалуй, начнем с тебя. Давай, мне пожалуйста. Ты сам выбрал свою судьбу. Ты знаешь, чего я сейчас, блядь? Ты знаешь, что? Я отправлю твоему отцу это видео. Сука! Отдай! Ну чё, сука, сейчас я тебе устрою сквирт в лицо. Чё, блядь? Эй, блядь, помогите! Заткнулся. Чё, блядь? Чё это за хуйня? Схавал, сука. Ты сиди и страдай. Ну что, нравится, мразь? Не, вообще отлично, на самом деле, хорошо сидим, общаемся. А, ну ладно. Чё, серьезно? Эй! Это шутка была! Ну типа... Братан! Братан!
говорить. Я занята. Я потом все объясню. Не сейчас. Да. Ты мразь, блядь. Ух! Нихуя себе! Это же изи-бусты! Чувак, чувак, Юлика убили! Нас взяли плен! Эта сука нас пытала, она хотела нас! Она нас убила! Юлик! Воу-воу-воу, помедленнее! Да в смысле, блядь? Юлика, вы убили! Нас хотят убить! Что мне? Куда мне? Куда бежать? Сесть можно? Так, чувак, чувак, вот там моя машина, пойдем. Пошли. Так, чувак, значит, этот дубль, ты садишься вперед, я сижу сзади, и все, тебе пока. Ты что, ебанулся? Вот моя машина. Окей. Открывай, сейчас я тебе пока... Камеру убрал. В смысле, чувак, что за... Закрой камеру. Какого хера? В смысле? Почему ты его сразу не грохнула? Я хотела с ним еще поиграть. Да, да, конечно. Что он выберется. Ты чего, охуела, блядь? Я не думала, я его привязала. Закрыли булавочку, все. Ёбни его прямо сейчас. Тащи эту мразь сюда. А второй где? Второй Ваня отписал. Развлекайся. Ну что, посмотрели Москву? Мы снимаем уже? Да, давай. Привет. Здорово, Рос. Че, чем займемся сегодня? Ну, бля, ты знаешь. Или без мата. А че, есть идея вообще, куда пойти там? Да, по парку прогуляемся, потом, наверное, кого-нибудь... Ну, не в туалете, конечно, думаешь, но... получится? Да че ты, бля, да куда ты пошла? Поехали. Че ты ломаешься? Я, чувак, я сказала нет. Нет, я глаза закрыл. Че ты ломаешься-то? Поехали. Я сказала нет. Я сказала нет. Бля, давай заново. Ты так убедительный. Давай до света дойдем хотя бы. Давай, иди, иди, иди. Так, красиво, ну-ка, девушка, можно рифли. Давай, давай, давай. В смысле, давайте заново, что за бред? О-о-о, братан, что ты делаешь? Кузьма, да? Ко мне Шкалец подошел, короче, и спросил меня, ты Ричарда Духинса читал? Абсолютная правда, вот ток-ток подошел. Нет, а можно, можно познакомиться? Конечно. Мне у тебя блогеры как-то, можно поделять. А можно с тобой подписаться? Конечно. А расскажи что-нибудь про Питер. У вас там красиво. У нас бедная семья, папа сказал приедь в Москву, найди возможности, типа тебя ребята встретят и пообъяснят все. Ну только если просто погулять. Да, только погулять. А ты че, не снимаешь, как я вот это вот... Ты сиди, блядь, тут нет фокуса, ёбан. Съемки нашего хора порно закончились. Самое трудное после 3 часов ожидания Юлика в парке Горького, это, блядь, убираться здесь. Я зато отстрадал. Видишь кровь, смотри. Вот. Это нихуя не бутафорская кровь. Мне, короче, изолента порезала руку мне... вот этой. И потом моей кровью мазали лицо Руслану.